Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джана Самаюктам Виндаванам Манухар Ванча Калпатару Вашчаки Пасинду Бевачу Патитананг Павуне Бхавишнаве Бьо Намо Намаха Муканг Кароти Вачаланг Пангунг Лангхайти Гирим Джатки Патамаханг Банде Парамананду Мадвам Бриндавай Тусиде Байпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мадире Шанкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашва Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодаруна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатюхам Панутапала Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Сафиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Камапико Бабадушвадарши Пурнану Рагараса Сагара Сарамурти Сарадхиками Кадамкифану Каруса Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Хитакшо Вишам Бару Дижабару Джугадхар Мапало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Парам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджушва Бадане Лакшми Джасача Бхакшаси Ясьясте хидае самбихит твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари
Tamadi Devam Purusho Puranam Tamalavarnam Suhitavataram Apara Sansara Samundra Setum Bhajam Mahe Bhagavato Sarupam Tamadi Devam Purusho Puranam Tamalavarnam Suhitavataram Apara Sansara Samundra Setum Bhajam Mahe Bhagavato Sarupam Gaurya Goshtipati Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что мы живем на протяжении всего лишь двух дней в этом материальном мире. Всего пару дней мы находимся в материальном мире. Уже через пару дней нам придется оставить его после того, как мы здесь появимся. И я прошу всех вас, постарайтесь совершать Бхагавата-севу под руководством Ашрая Виграха Татве в этот короткий промежуток времени. Я прошу вас совершать Хари-бхаджан скооперировавшись, все вместе совершайте служение Бхагавану. Я прошу всех вас, говорит Прабхупад, уже зависит от вас, примете вы мою просьбу или нет, потому что обусловленная душа имеет свободу выбора, она может принять, а может не принять. Тем не менее, не сомневайтесь, что если вы не будете совершать служение, у нас должен быть общий центр. В нашем обществе должен быть общий центр. Это Бхагавата Сева. И не должно быть никаких корыстных интересов. Если наши центры, интересы будут разными, тогда и будут возникать конфликты, борьба, соперничество, соревнования за славу, за сбор пожертвований, за учеников. Все будет осквернено опасными болезнями. И в таком случае мы не сможем, вы не сможете совершать бхаджан и навсегда затеряетесь в этом материальном мире. Мы должны терпеть друг друга. Допустим, вы оскорбили меня абсолютно безосновано. Я должен стерпеть это и тем самым показать вам, что показать, что я следую всем правильным предписаниям, так чтобы вы в один день поняли, что вы ошиблись, что вы неправильно сделали, что оскорбили меня. Возвышенные преданные нисходят на уровень ниже для того, чтобы помогать обусловленным душам, которые живут подобно обезьянам. Pure devotees, they have no adjustment power, so we have adjustment, we can do whatever we like, we can do everything in renounced order, we can do anything because they are powerful. Некоторые размышляют, что они могут делать все, что угодно, хотя находятся в отреченном укладе жизни, ведут отреченный образ жизни. Никто все равно не узнает, что я делаю, что я не следую правилам. Как Хиранья Кашипу, он делал то, что хотел.
И никто не мог указать ему на недостатки. А если кто-то и решался на это, он мог убить. В настоящий момент, говорит Прабхупад, с горечью на сердце, повсюду недостаток харикатхи. Потому что мы не выражаем должного почтения гуру и вайшнавам, оскорбляем их. Поэтому и существует недостаток харикатхи. Лишь потому, что мы не позволяем гуру и вайшнавам быть среди нас. Потому что если они будут, то они станут указывать на недостатки, на ошибки. Но так размышлять неправильно, потому что они из любви и привязанности к вам указывают на недостатки, на неправильное следование. Так чистый преданный никогда не соперничает с кем бы то ни было, потому что он занят баджаном, у него нет времени говорить всякую ерунду, они не тратят ни секунды. Прабхупад говорит, что мы, общество наше, общество преданных, подобно на гостиницу, куда приезжают, где собираются люди из разных каст, разных сословий, и все вместе, организовавшись, готовят, один выбирает одного, кто будет готовить, а все остальные наслаждаются жизнью. Такая вот гостиничная жизнь. Послушайте, посмотрите, почитайте статью Шрилы Прабхупады «Матхавас». И также Гурупад Падма написал статью «Кто может жить в Матхе, в Гаудия Матхе? Каковы должны быть качества того, кто начал жить в Матхе?» Гаудия Матх никогда не приглашает к себе мусор, не собирает мусор. Гуру не имеет права говорить в таком обществе, чтобы это ни было, никаких замечаний, а его окружают как будто бы. Если гуру делает замечания, если он указывает на недостатки, ученики гневаются и говорят ему, кто ты такой, чтобы делать нам замечания? Мы пойдем в ад, какое дело вам до этого? Но мы будем продолжать жить так, как живем.
Таким образом, в обществе сейчас преобладает политика, деньги, как все, что в гостинице. День за днем ситуация становится все хуже. Прабхупад и вся наша гуру Варга плачет, наблюдая за этим. Прабхупад говорит, что если существует недостаток харикатхи, существует перерыв в харикатхе, и Гурупад Падма, и сам Прабхупад говорили, что Гаудия Матх ведом чистой санкиртаной. То есть имеется в виду, во главе Гаудия Матха стоит чистая санкиртана. Вайшнавы не заинтересованы в ваших деньгах, ваших способностях, вашем образовании. Поэтому мы не должны прекращать санкиртану. Если преданный останавливается и думает, я месяц совершал санкиртану, теперь я могу отдохнуть, он может отправиться в ад. Вся наша жизнь — это картика врата, не забывайте об этом. Если забудете, значит, вы глупец. Вся наша жизнь — это картик врата. Не один месяц мы должны следовать тому, чему мы следовали в течение картики. Всю жизнь мы должны совершать санкиртану. Если мы останавливаемся, если мы прекращаем это делать, вот именно в этот промежуток времени мы упадем на самое дно. Как минимум, нужно организовать жизнь свою так, чтобы как минимум утром нужно слушать Харикатху или читать читание Бхагавату, читание Чаритамриту хотя бы на протяжении часа, каждый день. Потому что если вы не будете жить с преданными, если вы не будете находиться с преданными, с гуру вайшнавами, если вы будете один, разные грязные вещи будут приходить в вашу голову, тем самым вы будете совершать оскорбления. Но когда вы с гуру вайшнавами, вы сами можете почувствовать, как вы очищаетесь. Так вот, как минимум один час нужно читать читание Бхагавата, читание Чаритамриту. Я советую вам делать это, основываясь на наставлениях Бхактивинода Такура. Я не подобающая личность, чтобы давать наставления. Я просто говорю то, что говорил Бхактивинода Такур. Если хотя бы что-нибудь с утра вы будете слушать из Харикатхи, вы на протяжении всего дня будете испытывать, чувствовать заряд, как будто бы вы с утра съели витамины. А в противном случае вы станете... Если вы скажете, вот мы месяц совершали аскезы, теперь мы должны отдохнуть, но вы увидите, как ваш сумасшедший мозг опять забросит вас в океан страданий. Поэтому вы должны четко понимать, что делать нужно, а что делать не нужно. В этой шлоке говорится, то есть Ясадева Госвами говорит то же самое, что сказал Прабхупад, точнее, наоборот. Прабхупад сказал то, что сказал Ясадев. Все вы приглашены, приходите. Все вместе, давайте, объединившись. У нас нет эгоизма, мы хотим объединиться. И
Те, кто хотят заниматься политикой, те, кто лицемерные, единственное, они не приглашены. Тем не менее, все остальные, для всех открыта дверь. Васудев Госвами приглашает всех открыто. Сатьям Парам Дхимахи. Все приглашены. Приходите. Присоединитесь к нам. И все вместе мы будем взывать к Бхагавану. Потому что если один человек молится Бхагавану, это хорошо. Тем не менее, если объединившись, мы будем молиться Бхагавану, наша молитва будет более могущественна. Если у нас будет одинаковое настроение и будет один центр, мы молимся одному Бхагавану, он обязательно внемлет нашим молитвам. Немедленно он не зайдет к нам. Возможно, мы не сможем его увидеть. Тем не менее, сказано в шастрах, Бхагаван сам обещает, что Нараджи говорит... Бхагаван говорит, «О, Нарад, там, где мои преданные от всего сердца, плача, воспевают мою славу, там нахожусь я». Можешь видеть, а можешь нет, потому что Бхагаван в действительности сам принимает решение, сможете ли вы его увидеть. Он имеет право не быть в зоне вашего видения. Тем не менее, он присутствует. Но материальными глазами мы увидеть его не можем. Что такое баджан? Баджан — это обретение духовных глаз. Эту шлоку Бхагаван Шри Кришна произносит в разговоре с Удава Махараджем. В соответствии с силой баджана, с интенсивностью баджана, харикатхой, с шаванакиртаной, человек очищает свое сердце, и благодаря этому он обретает зрение и становится способен увидеть меня. Обретает трансцендентное видение. Поэтому Чайтанья Махапрабху и говорил Чайтадарпана Марджанам. Чайтадарпана Марджанам означает очищать сердце, очищать зеркало сердца, чтобы увидеть все таким, как оно есть. Таким образом, мы должны продвигаться вперед, мы не можем идти назад. Назад идти нельзя, потому что наш баджан — это двигаться вперед. Нам не интересны ни деньги, ни женщины, ни мужчины, ни слава. Все, что мы хотим — понять славу лотосных стоп Гауранги Махапрабху. Это несравненное сокровище. Кому нужны материальные блага, когда есть такое сокровище? Прабхупад и Васудева Госвами приглашают нас принять участие в молитве. Тем не менее, мы не обращаем внимания на их зов. Мы идем туда, куда нам хочется. Но в соответствии с наставлением Прабхупады, почитайте статью. Кто сейчас живет в Мадхе, а кто должен жить? Имеется в виду, какими качествами должен обладать преданный. Но если я начну сейчас рассказывать тем, кто живет в Мадхе,
какими качествами необходимо им обладать, они прогонят меня. Моя главная проблема в том, что я говорю о Прабхупаде, но я вынужден говорить о нем. Вы хотите слушайте, а хотите нет. Благо жизни в Матхе заключается в том, что мы имеем возможность жить, объединившись, жить среди преданных. Такие вайшнавы, как Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, могут совершать уединенный баджан. Если даже поставить в их, за ними камеру, то вы увидите, что они день и ночь совершают баджан. Также на протяжении двух последних лет в комнате моего Гуру Махараджа поставили камеру и наблюдали за ним. То есть им было интересно, что делает Гуру Махарадж. Но если мы будем сомневаться в Гуру Вайшнавах, мы отправимся в ад. Итак, наш Абадхут Саньяси обучает нас тому, как извлекать уроки из всего, что нас окружает. Это способность парамахамс. Вне зависимости от времени и обстоятельств, где бы он ни находился, он постоянно чему-то учится. Именно поэтому он обладает огромным опытом, потому что каждую секунду он извлекает уроки. Помимо всего, он видит весь мир в связи с Господом, с Ананта Девой. Почему у него нет проблем? Потому что он понимает, что за всем стоит Ананта Дев, Господь. Поэтому он ничем не обеспокоен. Даже если кто-то выступает против него, если кто-то оскорбляет его. Вспомните, когда люди критиковали Харидас Такура за то, что в его баджан-кутир приходила блудница. Но не было совершенно никаких доказательств, чтобы обвинять его. Но они критиковали. Но Харидас Такур принимал это и думал, что это их право. Точно так же и против Прабхупады говорили разные вещи. Однажды в Мамгачи Прабхупад пришел в Мамгачи вместе со своими учениками для того, чтобы посмотреть на местность, чтобы во время Гоурадхама Парикрамы установить там что-то типа лагеря. И там местный землевладелец написал жалобу в полицию на Шрилу Прабхупаду. Он заявил, что Шрила Прабхупада своровал ценные вещи из моего дома. Когда Прабхупада донесли это, он не сказал ни слова. Он ни слова не вымолвил, просто молчал. Потому что он знал, что все знает Бхагаван, и за всем стоит Бхагаван. Другой.
Таково положение дел в обществе, и бессмысленно ждать, что что-то изменится, потому что настроение людей одинаково, оно не меняется. Все это подобное по всему миру. Если спросите, что говорил Прабхупад, люди даже не могут понять, о каком Прабхупаде идет речь. У них, они даже не знают Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупады. А мы должны распространять его учение. Прабхупад порой говорил, никто не говорит обо мне, о моей харикатхе. Все говорят, представляют харикатху по-своему. То есть он имел в виду своих проповедников. И другой человек пришел в Мамгаче, пришел в этот же, к этому же полицейскому и сказал, пишите, у меня тоже к вам заявление, пишите Шрила Прабхупад, у меня похитили озеро. А полицейский говорит, вы что, шутите, как озеро, водоем можно похитить? Да, у меня похитили. Но как я могу подобное заявление оформить? Так вот, послушайте, если возможно похитить озеро, может быть, это такое, то есть, если для вас удивительно, что озеро можно похитить, то совершенно невозможно, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупад может что-то похитить. Что за глупец заявил подобное? То есть так же, как невозможно похитить озеро, даже озеро возможнее похитить. То есть, можно похитить, чем Прабхупад может что-то взять, что-то своровать. So with this mood that somebody can give allegations, someone get attacked, with this full belief, we are serving Gauranga Mahaprabhu. With this full belief, somebody can anytime attack me. I have full faith that somebody can attack me. Мы понимаем, что то есть, такое происходит. Я знаю, что в любой момент кто-нибудь может наброситься на меня, то есть имеется в виду подвергнуть меня каким-то нападкам. Но я говорю, я продолжаю говорить правду и верить в Гаурангу Махапрабху. Если такой веры нет, то у нас нет права говорить. То есть, прежде всего, превыше всего вера в Гаурангу, в его защиту. На протяжении трех дней блудница приходила в Баджанку Тир Харидас Такура. Тем не менее, он просто повторял харинам. Но Харидас Такур, и никто не видел, что там происходило. Тем не менее, Харидас Такур пошел на это для того, чтобы освободить проститутку. Таким образом, для того, чтобы освобождать падшие души, мы должны рисковать. Бхагаван знает, с каким настроением я помогаю дживам. Если я в одном месте, в уединенном месте буду совершать баджан, никому я не буду интересен. Но когда я начну говорить, рассказывать харикатху, люди подвергнут меня нападкам. Посмотрите, до тех пор, пока Прахлад Махарадж, только когда Прахлад Махарадж начал говорить истину, он стал врагом для Хираньякашипу. До этого он отцеловал и всячески выражал ему свою любовь и привязанность. Но как только тот стал говорить об абсолютной истине, он стал его главным врагом. И это хорошо, этот случай хорошо описывает наше нынешнее общество.
Как только мы начинаем говорить абсолютную истину, у нас появляется много врагов. Так, Прабхупад, Бхактивинод Такур шли на большие риски. И мы точно так же должны идти на риски. Таким образом, даже против Прабхупады и против Бхактивинода Такура выступали. И даже заявляли в полицию. Однажды к Прабхупаде с жалобой обратились, почему вы запрещаете Лила Киртан, ведь Бхактивинода Такур позволял его. Но Прабхупад ответил, вы задали... Как только Бхактивинода Такур ушел, вы начали говорить подобное. Но когда я уйду, вы тоже начнете говорить всякую ерунду. Стать подлинным учеником не так просто. Нужно отдать всего себя лотосным стопам Гурупада Падмы. Только в таком случае вы станете им. Так Авадхут Саньяси рассказывает о пауке, о том, как он стал его гуру, потому что паук плетет паутину, выпуская нить из себя, а затем выбирает ее назад. Таким образом, он не создает никаких, не прибегает никаким, никакой дополнительной помощи, не прибегает никаким инструментам. Все в нем, все, что необходимо для этого в нем. Точно так же Бхагаван. И в конце концов, мое собственное тело стало для меня учителем, гуру. Он имел в виду, точнее даже он имел в виду не тело, а атму. Я — это значит атма. Бхагаван при помощи майи создал множество элементов, живых существ, рыб, зверей, людей. Точнее, он создал вначале рыб, животных и так далее, но он не получил полного удовлетворения от своего творения. Те, кто могут видеть, могут посмотреть на цветок и удивиться, как он прекрасен, кто создал его. Глупцы не замечают этого, не замечают творения, не замечают красоты творения. Прабхупад в связи с этим рассказывал одну замечательную историю. Раджа Пашати Карнабхьям.
A king going to see everything by ears. Don't understand, I can explain after. Царь может видеть ушами. A king going to see everything by ears, not with eyes. Не глазами. He has some specialty. That's why he became king. То есть один царь мог видеть ушами, и поэтому он и стал царем. Была у него такая особенность. Почему гуру и вайшнавы так могущественны? Потому что у них есть третий глаз, с помощью которого они могут видеть все таким, как оно есть. Дьявол, одевшийся в одежды преданных, в одежды саду, находится под руководством майя, но преданный находится под руководством Бхагавана. Многие значимые личности общества хотели остановить Прабхупаду, хотели, чтобы он прекратил говорить абсолютную истину. Даже его собственные ученики, некоторые из его учеников делали это. Dhiya Pashanti Panditaha. By fine intellect, those who are Pandit, they need not go anywhere. They can think the situation and they can understand. А настоящие пандиты, им не нужно идти куда-то и что-то узнавать. Они понимают, что происходит вокруг, благодаря своему разуму. Пашабо пашанти гранено. A beast can smell. Также животное определяет. Smell and understand. There is one man. A tiger can understand from half a kilometer. Может учуять добычу по запаху на большом расстоянии. Raja Pashati Karnabhyam Dhiya Pashanti Panditaha Pashaboho Pashanti Ghraneno or Bhute Pashanti Barbara. What do you mean? A king need not travel all over the country. Царю не нужно. A king need not run all over the country. Ходить по стране, чтобы узнать, что в ней происходит. У него есть важные, то есть у него есть доверенные лица, которые этим занимаются. Приходят к нему и докладывают. И он предпринимает определенные меры для того, чтобы разрешить возникающие проблемы. То есть царь оценивает ситуацию, он узнает о ней, оценивает ее и предпринимает определенные шаги. Иногда Рамачандра, Яду Махарадж переодевались и шли посмотреть, что происходит в царстве, чтобы никто их не узнал. Так делал Рамачандра. Никто не ожидал увидеть Рамачандру на улицах. Поэтому он переодевался и шел, смотрел, что творится в его государстве. Прахлад Махарадж делал это, Аватхут Махарадж, Яду Махарадж также. A pandit can realize everything by his intellect, very fine intellect.
And those who are beast, they can realize only by the they have no brain. Пандит понимает все в уме. А животные все определяют по запаху. Таковы их способности. Но глупцы, не понимают ничего, когда все происходит у них на глазах. Но что происходит в обществе преданных, но им неинтересно, они не осознают, что есть какие-то проблемы. Они не переживают о том, что что-то происходит неправильное в обществе преданных. Я думаю, что даже если бы сейчас пришел сюда Прабхупад, они бы не изменились. Ситуация, возможно, бы даже не поменялась. То есть мы закрываем глаза на то, что делается что-то неправильное в обществе. Вот, допустим, саньяси живет с женщиной на протяжении 20 лет, и все молчат, никто ничего не говорит. Или кто-то убил какого-то преданного из-за политики, и тоже все, может быть, кто-то знает, но молчит об этом. А что говорил Бхактивинода Такур? Один Бабаджи Махарадж каждый день ходил в суд и постоянно какие-то дела заводил против, возбуждал против различных людей. Вот этот делает то-то, это делает это, этот неправильно это делает. Он повторял харинами, ходил в суд. И группа преданных, объединившись, пошли к Бхактивинода Такуру. Вы же вайшнав, давайте что-то предпримем, пожалуйста, разрешите эту ситуацию. Сваруп Дас Баба, он баджаном не занимается, он с утра до вечера каждый день практически ходит и подает в суд против преданных. Мы же вайшнавы, мы должны спокойно сидеть и повторять харинам, а он на нас в суд жалуется. На это Бхактивинода Такур сказал, он великий вайшнав. Бхактивинода Такур антарьями, он прекрасно понимал все и знал все. Он великий вайшнав, поэтому он не может снести, что саньяси нарушает этикет и общается с вдовами. Он не может вынести, если кто-то ворует у Гауранги, ворует собственность Гауранги. Он не может вынести, если кто-то использует земли, которые принадлежат Гауранге в собственных целях. Это таким образом, когда он идет в суд, когда он возбуждает против вас дела, это и есть его баджан. А вот то, что вы сидите якобы и повторяете Хари Кришна, это не баджан. If at all, if you have any relationship with Gauranga, with Bhaktivinoda or Prabhupada, how you can tolerate all this thing happening? Потому что если у вас действительно есть отношения с Прабхупадой, с Бхактивинода Такуром, вы не сможете терпеть то, что повсеместно происходит уклонение от их наставлений. Если вы получили, если вы вообще получили дикшу, и дикша ваша достигла совершенства, вы не сможете вынести то, что преданные вокруг не следуют наставлениям Прабхупады и Бхактивинода Такура. Но если вы молчите, это говорит о том, что вы не против этого, вы поощряете это. И точно так же ученики, смотря на уклонение от правил предписания своего гуру, учатся у него этому. Итак, Бхактивинода Такур назвал великим этого преданного, потому что он не мог вынести нарушение,
которые совершали эти преданные. Поэтому он ходил в суд. Я знаю, он хороший вайшнав, Сваруп Дай Дас Бабджи Махарадж, сказал Бхактивинод Тхакур. А Гурукшир Дас Бабджи Махарадж жил на Ганге. Его окружали люди, которые занимались ерундой. Они всячески пытались доказать, что они имеют близкие отношения с Бабджи Махараджем. Они пытались доказать, что они его ученики. Однажды он сказал кому-то из них: «Я тебя что-то не вижу, ты где?» «А я тут, а где ты ночью был?» «Я был тут, спал». Спал. А на следующий день он стал проверять, на месте ли, но его не было на месте. Он куда-то ушел наслаждаться. Следующим утром Бабджи Махарадж сказал ему, тот пришел на поклон, спросил: «Где ты был?» «То здесь я спал». «А, правда». «Зачем же ты обманываешь? Зачем ты ради такой дешевой вещи обманываешь меня?» А сейчас задайте, вы можете задать такой вопрос преданным в нашем обществе: зачем вы обманываете, зачем вы врете ради таких дешевых вещей, ради каких-то наслаждений или каких-то своих корыстных целей? Итак, сейчас в нашем обществе очень много опасностей и трудностей. Бхактивинод Тхакур хотел, чтобы все стандарты были, чтобы стандарты Бхаджана поддерживались. Прабхупад этого хотел. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он хотел, то есть он поддерживал все стандарты жизни в преданном служении. И они хотели, чтобы стандарты были теми же в будущем. Кешава Госвами Махарадж подал в суд на якобы последователей Шрилы Прабхупады, они сами провозглашали себя последователями, но в действительности абсолютно уклонились от него. Когда Кешава Госвами Махарадж и Шридхар Госвами Махарадж против них обратились в суд, это также было проявлением бхакти, великого бхакти. Не такого, как у нас с вами. Сидим и думаем, что да, зачем там что-то против кого-то выступать. Пусть все делают, как хотят. Кешава Госвами Махарадж говорил: неспелый джекфрут. Зеленый джекфрут можно поколотить, и он станет мягким. Поколотить палкой. Он не спел, он спелым не будет, но будет мягким. То есть приводится такая аналогия с преданными, что они еще не созрели, но выставляют себя как будто бы уже возвышенными преданными. У нас нет понимания о том, каким высоким стандартом следовал Шрила Кешава Госвами Махарадж. Об этом не говорится сейчас, потому что если говорить об этом, то все поймут, насколько мы уклонились, насколько мы не следуем. И все любят говорить: он был очень добрым, он никогда ни с кем не ругался, ни против никого не говорил. Но они не говорят о том, каким строгим он был. That not speaking.
Они говорят о его доброте, о величии, тем самым закрывают нас завесой. А глупцы слушают, и им это нравится. Ну что я могу поделать? Все, что я могу, лаять, как собака. Итак, представители нашей Гурварги были очень строги. Вот, к примеру, однажды Кешава Госвами Махарадж собирался куда-то пойти, он вышел из своего баджан-кутира. Он услышал какие-то новости по радио. И точнее не так. Он шел и услышал какое-то радио или что-то. Преданные слушали. И он спросил, что это за голос? Что это за... Откуда это? Они говорят, это радио. Он подошел и так пнул это радио, что все в клочья разлетелось. Так пнул. Сказал, глупцы, что вы слушаете? Зачем вам материальные новости? Вы в Матх пришли, чтобы слушать радио, а сейчас в телефоне мы вот чем попал занимаемся. Все, что хотим, смотрим. Брамачари, саньяси смотрят. Говорится, что если сейчас брамачари не дашь телефон сотовый, они не будут готовы жить в Матхе. Я сам знаю это на практике. Так вот, я однажды наблюдал, как один брамачари всю ночь сидел, смотрел что-то в телефоне, какие-то, как-то развлекался в телефоне, а утром он шел и совершал киртан, то есть и пел. Так вот, как у нас общество-то улучшится? Потому что если даже будешь рассказывать им про то, как нужно себя вести, про правила и предписания, тебя же и скинут со стула. И на самом деле, кто может говорить, лишь тот, кто следует сам. Он может говорить бесстрашно. А так, никто на это не способен. Будут идти на компромиссы, чтобы не говорить жестко. Но какие компромиссы? Если вы идете на запад, а я иду на восток, какие компромиссы могут быть, когда люди движутся абсолютно в противоположном направлении? Так вот, Авадхут Саньяси, рассказав обо всех своих гуру, и завершает теперь словами, что Бхагаван не был доволен, когда он создал все это творение, лишь когда он создал человека, он достиг удовлетворения. Он человека создал по собственному подобию. Тело человека — главный фактор, чтобы, то есть, то, что способствует встрече с Бхагаваном. То есть это инструмент, при помощи которого можно встретиться с Бхагаваном. Главный инструмент. Бхагаван наделил вас человеческим телом, которое совершенно подходит для гаудия-баджана, для баджана. Но мы
занимаемся грязными вещами вместо баджана. Но вы же отправитесь в ад за это. Так вот, человеческое тело — лучший инструмент, при помощи которого можно достичь лотосной стопы Бхагавана. Но мы этим не занимаемся, мы к этому не стремимся. У нас есть превосходная, лучшая возможность, у нас есть тело, есть ум, есть разум, есть мозг, чтобы понимать и различать, что есть хорошо, что плохо. Итак, Бхагаван дал нам все, дал нам мозг, но мы наш мозг применяем не в служении Бхагавану, а в бизнесе, в политике. Харисева нам не интересна, но мы не осознаем, что не сегодня, так завтра нам придется покинуть этот мир. По-настоящему мы этого не понимаем, и в этом главная проблема. Не сегодня, так завтра, в любой момент. Вне зависимости от нашего финансового положения, от страны, где мы живем, мы в любой момент можем оставить тело. Итак, тело дано человеку, Верховным Господом, для того, чтобы совершать хари-баджан, говорит Аватхут Махарадж. Наше тело подобно лодке, при помощи которой мы можем пересечь океан материального существования. А Гурудев управляет лодкой. Попутный ветер подгоняет корабль. Он дует в том же направлении, куда нам нужно. Гурудев направляет меня, а я просто сижу в лодке. Все, что нужно, просто обладать желанием пересечь материальный океан. Все, больше ничего. Вы думаете, вы очень разумные. Но даже вот этого, такой простой вещи вы не можете. Все, что вам надо, просто сесть в эту лодку и принять твердое решение, что мне нужно пересечь океан. То есть люди даже это не могут. Все остальное сделают Гуру Вайшнава и сам Бхагаван. Но мы думаем, что вот я очень разумный. Как мне рассказывают, вот у меня двое очень-очень умных сыновей. Но я говорю, правда, я наблюдал за, то есть, за ее сыновьями, они глупцы из глупцов. Она так называет их разумными лишь потому, что они получили какую-то материальную степень, простите, какую-то научную степень. Даже вы мне рассказываете, то есть что-то рассказываете, то есть учите меня. То есть люди считают себя разумными, но их они разумны только с их точки зрения, но не с точки зрения Гуру Вайшнава и Бхагавана. Если на ночь останетесь на берегу Сарасвати, могут прийти шакалы и съесть вас, а вы им гордитесь. В любой момент собаки, шакалы могут сожрать это тело, а вы им гордитесь. И вот в этом ваша мудрость, ваше знание заключается. На этом я хочу остановиться. Времени больше нет. Запомните шлоку, с которой я начал.
So the Avadhu Sannyasi can speak, Labdha Sudurlabham Idam, Labdha Sudurlabham Idam, Bahusham Mamante, Manusha Marthata Manittam Api Hadhiro, Turunam Jateta Na, Patet Anumittu Yavad, Nishtriya Sayaha, Vishayaha, Kalu Sarvataha, Shah, Bancha Gautam.